кажется, что мы подопытные кролики, что кто-то сверху вообще наблюдает за нами. И, наверное, там где-то инопланетянам надоест в конечном итоге наша жизнь, и нас прихлопнут. А почему надоест? Почему вот так? Им надоест, потому что это эксперименты, которые они проводят. Ну, бывают хорошие нами. Эксперименты, а бывают неудачные. Так вот, они смотрят, и у нас больше неудачных сейчас. Вы считаете, что неудачные? Я считаю, что много неудачных. Поэтому, наверное, надоест им, они смотрят, они значительно выше нас в интеллектуальном отношении. Поэтому они где-то прихлопнут, скажут, хватит экспериментировать, уже понятно. Достаточно. А вот вы верите, что НЛО могут существовать в нашей реальности? Да, конечно. Ну, верим. Как вы думаете, что это такое, неопознанный летающий объект? Ну, это пришельцы из космоса. Мы же все оттуда. Все же оттуда пришло. И мы... Вы думаете, мы оттуда? Естественно, я так думаю. А вы? Не только оттуда, но еще, может быть, даже управляют нами оттуда. Это точно. Высший разум. Высший разум нами управляет. Вы верите в летающие объекты, нет? В неопознанные летающие объекты. Я? Да. Вы знаете, значит, мне кажется, что тут не столько летающие объекты, сколько, значит, это самое... От политики отвлекают, да? Да, 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 да. От социальных проблем. Все правильно, конечно. То есть придумали, ничего нет, просто чтобы народ... Нет, есть. Не есть, надо есть, так. Есть даже тарелки. Не надо так. А вы как думаете, есть неопознанные летающие объекты? Кое-что есть. Но больше придумывает. Конечно. Я считаю, что нет. Чтобы нет. Народ... А отвлекать. Почему так считаете? Отвлекать народ. Потому что это отвлекают народ. Это правда, от чего отвлекают? От борьбы за свои жизни, права. Да. Вот так. От тяжелой жизни. А в Америке от чего отвлекают тогда? В Америке? Да, в Америке. Ну, у нас есть социальные проблемы. Неужели вы думаете, что там проблем нету? Их тоже отвлекают от проблем. Не, ну не. Я не сказал, что вот однозначно. Там развлекательная программа. Совершенно верно. Развлекательная программа там. Развлекательная. Вы хотел полететь на другую планету? Почему? А ты скажи, хотела. Не знаю. Тебе здесь нравится, да? А вот Маргарита хотела бы. А ты хотела бы полететь на другую планету? Не знаю. Не знаешь? А вы хотели бы полететь на другую планету? С удовольствием бы. А почему? Ну, просто интересно посмотреть другие цивилизации. А потом вернуться или там остаться? Зачем? Вернуться, естественно. Просто какое-то уже поиметь, да, какие-то знания иметь об этом. Здравствуйте. Итак, неопознанный летающий объект. Что это? Досужие вымыслы или реальность? Как видите, по этому поводу существуют самые различные точки зрения. По правде говоря, мне лично симпатичнее позиции тех, кто верит в существование неопознанных летающих объектов. Хотя и другую сторону можно понять, почему они должны верить чьим-то рассказам, когда сами не видели. И все же не верить становится все сложнее и сложнее, ибо фактов существования неопознанных летающих объектов становится все больше и больше. На нашей планете есть места, где неопознанные летающие объекты появляются довольно часто и с определенной периодичностью. С чем это связано, спросите вы? Пока это остается тайной. Тайной, которую предстоит лишь только разгадать. В вашем доме идет разговор о том, что были обнаружены летающие предметы или неопознанные объекты, как сейчас принято называть. Да, давно уже на протяжении почти целого месяца ребята наблюдали, видели и разговаривали. Я сама свидетель этого, я не знаю, как правильно это назвать, явления. Может быть, природа, а может быть, и действительно инопланетян в определенной степени. В общем-то, очень было интересно наблюдать, но при этом испытывала определенное чувство страха. Причем действительно сильное чувство страха. Сам этот, как бы, назовем неопознанный летающий объект, значит, наблюдала я с 16 этажа в вечерние часы, после 8 часов. Уже заметное потемнение было. Наблюдала из бинокля. Можно было видеть, конечно, невооруженным глазом, но чтобы лучше рассмотреть ради интереса, наблюдала, естественно, из бинокля. Что я заметила? Интересно, в общем, яркие движущиеся точки. Двигались в очень по неопределенной траектории полета, либо вверх винтообразно, потом резко в сторону, потом по диагонали. Причем соединялись. Такое ощущение, что от определенного ядра они расходились в разные стороны.
а потом в определенной степени собирались. Знаете, для нас, даже в принципе для меня, это было очень интересно наблюдать. Хотя я сначала не поверила ребятам, думала, может быть, определенная фантазия, воображение какое-то, может быть, даже и выдумка. Но потом, когда сама действительно увидела, была в первое время поражена, очень даже поражена. Мысли всевозможные были. Может быть, и ближе подлетают они. В общем, ожидала чего-то неизвестного. Но потом со временем, конечно, успокоилась, пришла более-менее в себя, и действительно какой-то определенный интерес. Сейчас же ведь много говорят об этих неопознанных летающих объектах. И тут довелось увидеть впервые своими глазами, не услышав и не увидев, конечно, была очень-очень поражена. А ребята, вы знаете, прямо сейчас заболели действительно этим делом. Каждый вечер на 16 этаже собираются, причем обзавелись огромными подзорными трубами, биноклями и наблюдают. Вот они мне говорили, что системно прилетают по средам. Но я, правда, видела во вторник вечером и заметила это совершенно случайно. Переходя с лоджии на лоджию, я вот обратила на это внимание. А потом вот они мне предлагали вчера понаблюдать, но вчера они прилетали к нам. Жалко, конечно. Надеемся, может, на встречу в среду будет. А из тех, кто здесь, из ребят присутствует, кто-нибудь видел, наблюдал? Нет. Ну, мы наблюдали с ребятами в бинокль, смотрели, как они там летают. А где, что, с балкона? Да, с балкона. Ну и что ваши ощущения, что видели, что... Ну, огненный шарик летал просто над лесом там. 8 штук их было, в виде треугольника светящегося они вылетели. Сначала в виде буквы Т, а потом в виде светящегося треугольника. Мигало там красные, зеленые огни. Потом остановилось и зажглись 4 фары яркие. Ярко-ярко. Белый свет такой. На самолет вообще не похоже. Остановились они. Потом потухло резко все и исчезло, вообще нет никаких огней. Траектория летела прямо сначала, так над горизонтом. Зажглась, потухла, и все, больше не было. Ничего. Странно. На самолет, вертолет, ничего не похоже вроде. Они, значит, это в форме треугольника, но на, как бы на каком-то... определенном расстоянии друг от друга. Далеко они не отходили друг от друга. Чувствовалось, что в центре какое-то определенное ядро, а вот от этого ядра они расходятся в разные стороны, на определенные расстояния. Потом они вместе соединяются, и у них идет недалеко, движение. Примерно так вот, какой-то 10 метров, так, да? Да, метров... Эти прожекторы разъединяются. Да? Потом они через какой-то период времени соединяются в единое. То есть на какой-то основе? У них есть какая-то основа, да, вот типа как вот самолет. Но примерно. У меня было такое ощущение, что они от единого целого отделяются. Но не совсем. Но далеко они не расходятся. Нет, далеко они не расходятся. Нет. Может быть, даже в какой-то степени ими там и управляли, отпуская, так сказать, на определенное расстояние, а потом они собирались назад. То есть они обозревали какой-то обзор там, да? Может быть и так. Но мое первое впечатление было такое, что они, знаете, как иногда человек вот отходит на определенное расстояние, чтобы что-то посмотреть, если он не видит ближе, а подальше подходит поближе. Вот у меня точно такое же было ощущение, что эти огни расходились как бы на дальнее расстояние, посмотреть подальше, а потом соединялись вместе. Вот эти прожекторы, они были все одного освещения или по цвету разные? Зеленые? Нет, все одного освещения были. А вот сами вы, говорите, в бинокль наблюдали, они... Там не крутятся, ничего там нет. Прожить. Нет, вот движения я говорят. Не видела. Я видела одну центральную точку. Подойди, так. Значит, вот сам прожектор, да? Да. Вот, как он, что с ним? Расскажи. Ну, как будто вокруг тарелки вот так вот крутился, да, как огоньки крутились. Нет, вот сам прожектор, да? Ну, вокруг, по окружности, да, что-то крутилось? Да, по окружности что-то крутилось. Это да. Бинокль видел? Да. Предчувствую оживление скептиков и упрек в наш адрес. Мол, где же ваши факты? Пока что одни разговоры. Не торопитесь. Будут и факты. Совсем недавно пресса во всем мире пестрила сообщениями о таинственном объекте, зависающем на территории Бельгии. И вот продолжение сенсации. Бельгийский объект снят на видеопленку.
В ноябре прошлого года многие жители Вервье стояли, подняв головы кверху. Тогда многочисленные свидетели единогласно утверждали о присутствии в небе неопознанного объекта. Это же подтвердили два полицейских из Пена, которые также его видели. Объект был в воздухе, опознать его было невозможно. У него была мощная фара, свет от которой был направлен на землю. Объект оставался в подвешенном виде над плотиной в жилеп, вызвав тем самым оцепенение всех находящихся там. Скептики утверждают, что это феномен массовой галлюцинации. А в декабре одно семейство из Ставло, заинтригованное присутствием наружного объекта, засняло его. Что-то необычное внешне. Исчез. Вот он. Вот он опять появился. Опять пропал. Вот он снова. Временами напоминает что-то красивое. Опять пропал. Тот был намного мощнее. Снова появился. Этого было достаточно, чтобы мобилизовать специалистов данной области. Были привлечены даже истребители ВВС. Изучением занялась экспертная комиссия. Возможно, это что-то типа миража, вызванное разницей атмосферы между объектом и нами. Можно ли сразу исключить внеземное происхождение этого объекта? Не думаю, особенно в нынешнем контексте, с учетом всех наблюдений, имевших место в мире. У бельгийского общества по изучению космических явлений сомнений нет. Действительно, что-то происходит. Были собраны сотни свидетельств, как, например, это свидетельство метеоролога бельгийских ВВС. В первый раз и во второй раз мы увидели здесь, на дне аппарата, три огромных световых пучка. Они по всей длине проплывали над зданием. Ночь на 8 апреля объект вновь предстал во всей красе и по-прежнему в форме треугольника с тремя мощными огнями. В течение получаса его наблюдали два жандарма из местечка Рами, недалеко от Льежа, и в Игезе в Валонии. А два дня назад было получено еще одно волнующее свидетельство. Один из жителей обнаружил на своем участке округлый предмет. По всей его окружности трава оказалась выжженной. И, наконец, эта пленка, снятая жителем Аме в феврале месяце. Странное явление, не правда ли? Каждая наша передача, к радости всех ее создателей, вызывает огромный поток писем. Но, к сожалению, физически мы не только не успеваем ответить на многие из них, но и даже прочитать большинство этих писем. И вот на помощь к нам пришла инициативная группа, состоящая из членов Московского регионального клуба исследователей аномальных явлений природы, а также сотрудников Института философии и гуманизма при Народной академии культуры и общечеловеческих ценностей. Сегодня зрительскую почту обозревает уфолог Евгений Серафимович Черников. В адрес нашей передачи поступает большое количество писем от телезрителей с их впечатлениями о прошедших передачах из серии НЛО «Необъявленных визитов». Корреспонденты присылают письма из различных уголков Советского Союза. Достаточно назвать такие города, как Москва и Подмосковье, Камчатка, Архангельск, Мурманск, Усть-Каменогорск, Самарканд и целый ряд других городов, расположенных на всей территории СССР. Огромный поток писем, по всей видимости, связан с
снятием запрета на публикации подобного рода, и люди стараются высказаться о своих впечатлениях, о всех тех встречах с НЛО, которые они имели в прошлом. Большая группа писем, даже можно сказать подавляющее большинство писем, содержит в себе описание таких встреч и тех впечатлений, которые взволновали людей в момент этой встречи. К этой части писем относится письмо, присланное нам из Киева, Антоненко Валентином Ивановичем. Это письмо проиллюстрировано рисунками, где он пишет: примерно через полчаса после захода солнца на небе, в восточной стороне, примерно под 60 градусов к горизонту, появилось пятнышко круглой формы, а рядом с ним через минуту другое пятно. С течением времени пятна меняли цвет и увеличились в диаметре. Он нарисовал это явление здесь на письме. Таких писем очень много. Но, к сожалению, не во всех письмах встречаются такие рисунки, а рисунки очень многое дают. Вторая группа писем включает в себя письма, в которых авторы сообщают нам свои идеи и мысли по поводу принципа полета летательных аппаратов, их конструкции и тех идей, которые заложены в философию, так сказать, их существования. Вот примерами таких писем мы можем, так сказать, прочитать такое письмо, которое прислал нам товарищ Шаховец из Усть-Каменогорска. «Прошу вас сообщить мне адрес, кто занимается космическими летательными аппаратами. Дело в том, что я знаю принцип полета НЛО и как их построить. Я вижу усмешку, но дело серьезное, и мы намного прыгнем вперед в космонавтике, если это произойдет. Товарищ беспокоится о том, чтобы наша, так сказать, авиакосмическая промышленность получила какие-то новые данные, какие-то новые идеи для своего, так сказать, для их воплощения. А вот другое письмо на эту же тему. Пишет Павел из города Куйбышева, Павел Татаровский. 7 лет меня интересовала машина времени. Всем известно, что время – форма последовательной смены явлений и состояния материи. Но время не подвластно часам и неудержимо идет вперед. Моя цель в том, чтобы не путешествовать на машине времени по времени, а возвращать к жизни погибших людей». Далее он пишет: «Меня очень волнует этот вопрос. Павел даже предлагает нам проект «Машина времени». Я желаю тебе, Павел, успешного воплощения в будущем твоей идеи». Следующая группа писем включает в себя довольно многочисленные письма, которые содержат вопросы наших телезрителей, касающихся вопроса НЛО. В частности, вот письмо, которое пришло из города Славянска от Кихтенко Евгении Александровны. Она пишет: «Вчера, 9 марта, по телевизору показывали передачу о НЛО. В этом фильме был разговор об одной девушке, которая видела этих людей, разговаривала с ними, они предлагали ей полететь вместе с ними. Меня интересует одно – на каком языке шел разговор?» Уважаемая Евгения Александровна, в данных случаях, по свидетельству многочисленных очевидцев, разговор происходит на телепатическом уровне. Языка здесь не употребляется. Контактер слышит ответы существа, с которым он разговаривает, в голове на телепатическом уровне. Вот письмо еще одно, очень любопытное. Пришло оно из Архангельска от Евгения Васильевича Бланкова. Он пишет: «Я давно занимаюсь проблемами НЛО, знаю про них почти все. В последнее время наконец-то появилась информация о том, как войти с ними в контакт, с той цивилизацией, которая нас курирует. Но по моему складу нервной системы это у меня не получается. Вы не поможете мне советом? Никак не могу отключить тело от разума и выйти из него. Хотя такие опыты, я знаю, проводятся в Москве с помощью американцев. Уважаемый Евгений Васильевич, я хочу вам посоветовать все-таки не расставаться вашему телу с вашим разумом. Это чревато самыми неприятными последствиями». Во многих письмах наши телезрители задают и много других вопросов, касающихся конструкции кораблей, принципа их движения. И в частности встречается вопрос, как себя вести при встрече с инопланетянами. При встрече с инопланетянами, наверное, надо вести себя самым осторожным образом. Не подходить близко, не проявлять большой активности,
и тогда все будет нормально. Как показывает опыт контактов такого рода, чем спокойнее человек себя ведет, тем настойчивее он в своих, так сказать, желаниях, тем лучше, так сказать, для обоих сторон. Есть и письма, в которых, так сказать, зрители выражают недовольство передачей. В частности, заявляют, что все, что вы здесь показываете, это вранье, этого не может быть. В частности, такое письмо было написано нам из города Иркутска, где товарищ заявил, что в одной из передач вы показали мужчину, который поднял камень, упавший с неба, и после замера радиации на этом месте там оказалось 150 рентген. Он считает, что это смертельная доза и что этого не может быть никогда. Но все-таки большинство телезрителей выражают глубокую благодарность работникам телевидения за создание этой передачи. Они, так сказать, желают видеть ее в дальнейшем, просят нас показывать как можно больше сюжетов, как можно больше контактов и освещать вопросы, так сказать, со всех сторон. Также они просят, чтобы в передаче принимали участие наши ведущие ученые и специалисты. Кроме этого, выражается пожелание, чтобы эта передача шла не по второй программе, а по первой всесоюзной программе, так как из-за технических трудностей не все регионы Советского Союза имеют возможность смотреть вторую программу. Очень много писем осталось без внимания. Вы, я думаю, извините нас, потому что мы просто не в состоянии ответить на каждое письмо. Но, тем не менее, каждое ваше письмо внимательно изучается, и мы делаем отсюда полезные выводы для изучения этого феномена. Спасибо вам большое, мы ждем ваших писем. И еще одно письмо, содержащее вот такой вот вопрос. Как давно стали появляться неопознанные летающие объекты, наблюдали ли их в древние времена? И вот следующую часть нашей передачи мы и решили посвятить этой теме. Неопознанные летающие объекты в древности. Наши предки могли ли предполагать о существовании внеземных цивилизаций? Да. Мыслители древности массу высказываний делали в Индии, в Греции, в Риме. Ну, наверное, это широко известно. Менее, может быть, известно, что Сирано де Бержерак, герой известной пьесы Сирано де Бержерак Эдмона Ростана, тоже, оказывается, много писал, говорил о внеземных существах, масса интересных предсказаний, прогнозов у него было сделано. Вот. Ну, конечно, очень много вперед продвинул эту концепцию разумного космоса Джордано Бруно со своими идеями множественности обитаемых миров. Но это все, так сказать, дальние предшественники такого книжного типа. А вот Циолковский – это буквально сильнейший теоретик космической философии. У него масса трудов есть. Нирвана, воля Вселенной, неизвестные разумные силы, космическая философия, существа выше человека. Циолковский сказал столь серьезные вещи о существовании иных людей, о существовании этих неизвестных разумных сил, об их вмешательстве в наш мозг, в земные дела, о том, что на Земле воля космоса проявится в блеске высочайшего разума. И масса очень глубоких, серьезных идей, которые систематически разрабатываются на циолковских чтениях в Калуге. Существует масса легенд, мифов о происхождении НЛО. Вот несколько из них можете привести? Ну, может быть, я бы предпочитал привести не общеизвестные мифы, легенды, а привести новые такие для зрителя, для нашей публики сообщения. Вот недавно московский историк Мария Давыдовна Струнина сообщила мне интересную вещь. В Казанском университете обнаружены
старинные рукописи, принадлежащие, по-моему, к 17 веку, к концу 17 века, где говорится такая история. Мальчик Яшка ходил в лес по ягоды. И вот однажды, собирая эти ягоды, он увидел неведомо какого человека, который назвался Тимофей, в белых странных одеяниях. Вы чувствуете весь антураж, к которому мы привыкли с гуманоидами, с палеокосмонавтами, с нашими космонавтами. И вот этот вот самый Тимофей посадил Яшку в большой медный котел, и неведомо какая сила вознесла Яшку и Тимофея на небо. На небе Яшка жил 3 года, где Тимофей его учил разным наукам и научил волшебствовать. Он дал Яшке 2 монеты, золотую и серебряную, и спустил на том же самом месте, в том же самом котле. Я расцениваю это как типичный палеоконтактный сюжет. Вот это вот еще о легендах, мифах, сказках. Но это записано в текстах, это фактический материал нашей русской истории. А вот существуют какие-то конкретные, реальные доказательства? Да, это является моей основной как бы заботой, моей основной проблемой, вот эти вот конкретные фактические данные. Ну, начну, может быть, с очень такого рискованного материала. Мы знаем, что первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году. Нами, в Советском Союзе. Но скажите, пожалуйста, кто запустил вот этот спутник, изображенный в одной из итальянских церквей? И технические эксперты говорят, да, это искусственный спутник Земли. И вот полные аналогии приводятся этим спутником. Вот такие вот вещи. Откуда мог появиться в старинной гравюре 1650 года вот этот вот объект? Типичное НЛО в картине «Столпотворение Вавилонское». Можно даже и ближе найти феномены, ну, например, в нашей Третьяковской галерее. Вот есть икона «Апокалипсис» 16 века, так называемая «золотая труба». Но смотрите, какая она странная. Это совершенно не труба, говорят инженеры ракетно-космического порядка. Это, говорит, 3-ступенчатая ракета, и дают разные модели, разные оценки. Коэффициент техногенности, то есть степень соответствия техническому устройству, 0,1, нет, 0,9, 0,8, до единицы доходит. Я вижу здесь у вас вот какое-то, это что, украшение? Да, это, ну, можно считать его украшением. Это подарок Филлипса, президента общества древних астронавтов, который мне сделали в Чикаго. Это модель древнеколумбийского, как они полагают, космического самолета. Масса экспертных оценок была проведена, в том числе советские эксперты заключили. Это аналог шаттла. Вот. Ну, мы сейчас видим сопоставление его с Бураном или с шаттлом. Вот. Это не насекомое, это не рыба. Так что вот такие вот предметные даже есть отображения. Летательный аппарат, да? Ну вот считается, что это летательный аппарат. Это порядка 1000 лет тому назад. Перед нами наскальное изображение летательного аппарата, обнаруженного в Японии. Его возраст 7 тысяч лет, а эта миниатюрная золотая модель летательного аппарата была найдена в Колумбии. Изготовлена она была, видимо, около 1000 лет тому назад. Было установлено, что аэродинамические характеристики этой модели соответствуют характеристикам современного самолета. Разве это не убедительнейшее доказательство тому, что нашу планету посещали посланники других цивилизаций? А вот, уважаемые зрители, вашему вниманию вещь непонятная. Что это, по вашему мнению? Подумайте 5 секунд. А тем временем я тогда вам покажу, что это значит. Предпринято 50 экспертных оценок. Одна из них, в соответствии с которой перед нами схема магнито-гидродинамического генератора. А этой схеме 1000 лет. Она принадлежит культуре альмеков или тольтеков в Никарагуа. Вот. Мой друг, аэродинамик, предложил вот такую реконструкцию этой системы. Это космическая станция с мощным энергетическим каким-то блоком. Не является ли это теми самыми зондами инопланетян, которые допускают ученые на орбите вокруг Солнца и на орбите вокруг нашей Земли? На всех континентах мы находим свидетелей нашего загадочного прошлого – Австралия. На северо-западе континента, в скалистых горах,
были обнаружены наскальные изображения. Не исключено, что эти рисунки – самое древнее послание человека, обращенное к нам из прошлого. Все рисунки изображают Ваньену, богиню Млечного Пути. По легенде, она спустилась с небес к детям Земли. Во всех частях света были обнаружены похожие изображения загадочных существ. И это не может быть простым совпадением. Объяснить мы можем это только тем, что все художники прошлого были вдохновлены одним и тем же образом. В Америке, Австралии, Африке, Европе и Азии. Сегодня мы их называем гуманоидами, ну вот в литературе их часто называют палеоастронавтами, палеокосмонавтами. Ну пусть будут палеогуманоиды. Самыми старинными, пожалуй, являются древнеяпонские скульптуры гангу и догу, в разных местах Японии найденные. Впервые на них обратил внимание писатель Казанцев в нашей стране. И они имеют черты скафандроподобных систем. В Чикаго я встретился с интересным исследователем американским Ян Грином, и вот у него книга «Древний космический костюм». Книга насыщена техническими экспертными анализами, сопоставлениями древних японских догу с современными космическими элементами систем жизнеобеспечения. Это очень серьезное исследование. Может быть, не менее уникальным являются феномены в культуре древних майя. Сохранилось лишь несколько рукописей древних майя, и даже в них, вот особенно в парижской рукописи, я обнаружил вот такой сюжет. «Бог-покровитель» называется. Но посмотрите, пожалуйста, у этого бога-покровителя все элементы космического скафандра в состоянии невесомости. Вот современный космонавт, а это бог-покровитель. Перед нами надгробное изображение летающего бога индейского племени майя. Кинокамера снимает его впервые. Нас поражает, насколько искусно выполнена эта работа. Мы можем различить каждую деталь. В капсуле, похожей на летательный аппарат, сидит мужчина. Он наблюдает за приборами. Левой ногой он нажимает на педаль. Внизу находится устройство, напоминающее сопло космического корабля. Посмотрите, как похожа поза Бога на позу современного космонавта. Его костюм тоже очень напоминает современный. Комбинезон плотно облегает тело и заканчивается у суставов кистей рук и у щиколотки плотными манжетами. Обратите внимание на кресло. Оно мягкое, это важно при полете с большим ускорением. Итак, перед нами мужчина в костюме космонавта перед контрольными приборами. Индейцы майя считают, что это надгробное изображение посвящено их богу Кукулькану, несколько раз нисходившему с небес на землю. Так вот, есть точка зрения, что боги – это не что иные, как палеокосмонавты. Их обожествляли, естественно, и вот одним из источников религиозного мировоззрения, одним, могли быть вот такие палеоастронавтические феномены. Или вот еще, опять же, культура майя, заплечные сумки. Но когда внимательно посмотришь на эти вещи, изучишь их тщательно, мы видим полную аналогию с системами жизнеобеспечения. Вряд ли древние майя понимали сущность этих систем, но материал исследования приводит к таким выводам. И не только это у меня. Вот, значит, мой коллега, мексиканский крупный инженер Жерардо Левет, обнаружил серию, вот вверху, серию таких фресок, где изображен человек в скафандре с плазменным каким-то устройством. Вот его реконструкция. Цвет это мой для контрастирования его элементов. Вот я, по-видимому, впервые
положил все эти техницизмы на карту. Техницизмы типа летательных аппаратов я положил на карту. И мы видим, что практически на всех континентах находятся те или иные странные конструкции, которые мы угадываем, в которых мы угадываем летательный аппарат. Контакт, как говорится, был размазан по планете. Здесь, значит, мы видим классификацию, я предлагаю, выделяю разные типы этих летательных аппаратов. Дисковые летательные аппараты, какие-то сложные системы, второй ряд, ну, похожие, по моему мнению, на орбитальные системы. Они довольно примитивные, это очень отдельный важный вопрос. Дальше мы видим какие-то ракетноподобные системы, одно многоступенчатые, самолетные системы в воздухе, которые летают, и какие-то самоходные устройства. Вот здесь вот на этой карте я показываю местоположение скафандроподобных находок. Видите, повсеместно мы видим человекоподобные существа. Наверное, в космосе имеют место какие-то иные формы жизни. Но вот здесь мы, естественно, пока нашли скафандроподобные. Так что материал, по-моему, достаточно обширный, и он позволяет строить нам уже сегодня модель древнего контакта. Со стороны Тихого океана мы летим к побережью Южного Перу. Перед нами бухта Писко. Ясно различим контур удивительного знака, трезубца. Его высота 300 метров. Нет сомнений, он служил для кого-то сигналом. Но для кого? Уже 2000 лет этот знак указывает путь вглубь материка. Мы последуем направлении, указанным таинственным знаком. Под нами руины древнейших культур. Фанаска – плата, скрывающая множество тайн. Оно испечрено гигантскими линиями, назначение которых неизвестно. Многие ученые разделяют мнение, что возраст этих линий около 2000 лет. Однако некоторые факты свидетельствуют о том, что они были сделаны еще раньше. Но можно ли утверждать, что линии не имели в прошлом своего предназначения? Если мы посмотрим на них с высоты птичьего полета, то ясно различим огромные рисунки. Мы видим паука, орла, павлина, и колибри. Ни одна из этих фигур не видна с Земли. Нет ни одной естественной возвышенности, поднявшись на которую, можно было бы различить контуры этих фигур. Предназначение этих символов, по всей вероятности, было понятно только тому, кто прибывал на Землю с воздуха. А эти прямые, как стрелы, линии производят впечатление гигантской чертежной доски. Линии составляют огромные геометрические фигуры, некоторые параллельны друг другу, часть из них пересекается. Многие начинаются и обрываются в самых неожиданных местах. Может быть, это астрономические символы, но для кого же они предназначались? Ведь увидеть их можно только с большой высоты. Дороги, ведущие в никуда, строить бессмысленно. Если же это были взлетно-посадочные полосы, то для кого? Können es nicht astronomische Sinnbilder gewesen sein? Wem sollten Sinnbilder etwas sagen, die nur aus großer Höhe erkennbar sind? Существует связь между вот этими древними неопознанными летающими объектами и теми объектами, которые мы наблюдаем сейчас, сегодня, в наше время. Вот я показывал вам систему дисковых феноменов объектов, систему разных там спускаемых аппаратов. Мы действительно угадываем среди НЛО разного плана
эквиваленты в древности находим. И меня удивляет, почему такая стабильность этих объектов в историческом плане. Тут, наверное, какие-то парадоксы времени есть. Для нас это тысячелетия, а для них это какие-то там короткие времена. Вот. Может быть, это эволюция их техники пока не просматривается. Но это ведь мы сделали только первые такие исследования. Если мы глубже, фундаментальнее, с привлечением всего человеческого научного потенциала вопрос изучим, мы придем к ответу на вопрос. А сегодня я вот могу пока дать такую схематичную модель всего этого события. Вот. Вот я называю ее ретроспективный сценарий. Вот имела место первая фаза космического контакта. Мы видим, главным образом, дисковые летательные аппараты. А потом пошла вторая фаза контакта, вот все эти простые довольно устройства ближнего радиуса действия. По времени как? Вот определите, пожалуйста. Самые древние я наблюдаю где-то 15-12 тысяч лет. Ну и самые новейшие это вот в нашей уже истории. Так что контакт имел место на протяжении практически всей писанной человеческой истории, да и в предыстории. Так что человечество, видимо, имеет свою звездную предысторию контактов с антропоидными цивилизациями. По меньшей мере, две цивилизации проявляют громадный интерес к нашей земной культуре. Так что эта проблематика имеет большое гуманистическое, большое, ну, современное значение для поиска нашего будущего, общечеловеческого. И я думаю, что мы уже вступили в поиски вот нашего глобального будущего, нашего пути. Мы дети галактики, как поется в песне. А человечество – это, видимо, молодая цветущая ветвь на едином космическом древе жизни. Сейчас эта ветвь, наше человечество, видимо, переживает какие-то детские болезни. В этом наши все глобальные проблемы. Это приходящие проблемы молодого юного организма, вот, хотя и космического. Так что вот из моих фактических данных, из общефилософских представлений, да и из современных НЛО-феноменов и появления гуманоидов, я вижу огромное внимание космических разумных сил, которые допускал Циолковский, многие, к нашей земной человеческой цивилизации. Вот. И нам, я думаю, предстоит переосмыслить нашу историю с высоких космических позиций. Это пытались делать многие наши крупные имена, люди, Циолковский, Вернадский, Рерих, Чижевский. Вот. Так что сейчас, я бы считал, наступает эпоха выхода человечества на космический контакт, на явный контакт. Еще в 1972 году философ Евгений Тихонович Фадеев, мой учитель, говорил, что надо начинать историческую подготовку человечества к космическому контакту. И вот мы стоим на пороге этого контакта. Это очень сложная, конечно, проблема. У человечества громадные космические перспективы в звездном мире. И сможем ли мы принять эту космическую эстафету прогресса? Ну и вот все-таки я не могу уйти от каких-то оценок пессимистических, мрачных прогнозов человеческой культуры, человеческого развития. Мы находимся на грани ряда катастроф экологической, демографической, ядерной. Но процессы, видимо, все-таки идут в позитивном плане, и поэтому мне хочется закончить мой рассказ строками поэта Валентина Невинной. Они говорят о том, что на этой страждущей планете есть повод жить и верить в чудо. Читайте небо. Звезды светят о том, что мы пришли оттуда. Так что же, боги Земли – это пришельцы с далеких звезд? Мы утвердительно ответили на этот вопрос, собрав доказательства из всех стран мира. Эти доказательства можно оспаривать, но умалчивать о них нельзя. Пока наука не дает окончательного ответа, мы вправе думать. Может быть, это было именно так.
В следующей нашей передаче «НЛО. Необъявленный визит» мы планируем рассказать вам о контактах землян с таинственными неопознанными летающими объектами и загадочными существами-гуманоидами. Но прежде ждем от вас писем с отзывами о передаче, пожеланиями и, конечно же, новыми вопросами и сообщениями о наблюдении неопознанных летающих объектов. Всего наилучшего!